Всем привет! Новый обзор покупок. Взяли возле нас, возле дома, вот такую клубнику красивую, крупную, ароматную, за килограмм 60, а такой кошек вышел 55. Так, три банана маленьких ВТБ. Вот такое печенье сейчас по скидке Рошен Лавита. Шоко. Ну, там разное есть, взяли вот такое. Фарш кулинарный мясная весна. Колбаса куриная, колбасный ряд. Половинка батона. Мед. Торчин. Заправка с болгарским перцем и торщу. Одна капустка по акции молодая. Салфетки на кухню. В баночке белый квас Тарас. Вот такие дрожжи Пикси. Так, это по одному чеку смотрим. Печенье 13,10, колбаса 19,90, капуста ранняя 6,10. А, так, не, 6,10 это салфетки. Капуста 4,37 за килограмм 5,49. Квас 12,90, заправка 15,90, дрожжей 19,90, мед 4,20, бананы 9,46, за килограмм 29,95, фарш 47,90 и батон 9,30. Всего 163. Еще взяла вот такие себе ватные диски «Разумный выбор». Почему-то они теперь делают 80 штук, хотя раньше было удобно 120. Видимо, что больше... Тратились, больше упаковок покупали, но теперь невыгодно. Стоят они 12,40 за 80. Еще брала две баночки Пепси по 8,90 за 2,17,80. И одну туалетную бумагу. Всего вышло 37 по этому чеку. Все, это был такой мини-обзор. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока!